Где слепая зона у автомобиля? Почему водитель не видит, что происходит снаружи? Я не видела эту машину, не видела! Правильно ли объяснение понятия слепой зоны в интернете? Тот, кто делал эту схему, явно не думал. Какие удивительные секреты обнаружат наши экспериментаторы из опыта? Сегодня в выпуске «Вот это да» — невидимая опасность. Не переключайтесь. На протяжении многих лет немало СМИ делают репортажи об автомобильных авариях, вызванных слепой зоной. Но почему же количество аварий из-за слепой зоны все же сложно сократить? Какая она, эта слепая зона? Экспериментаторы нашли в интернете схему слепой зоны автомобиля, но она только еще больше запутала, потому что на этих схемах и форма у слепой зоны разная, и площадь. У экспериментаторов возникло много вопросов. Есть ли еще какие-то причины, которые мы не заметили? Учитывая, что слепая зона в первую очередь касается водителя, Нин Юань взял медное кольцо, чтобы смоделировать зону движения головы водителя. Затем провел провода через кольцо, чтобы указать поле зрения водителя. Соединив все провода, мы увидели, что слепая зона получилась больше по площади и отличается по форме от схемы в интернете. В чем же причина? Мы четко видим, что между каждой группой проводов есть пустоты, которые образуются из-за структуры машины. Это и есть те самые слепые зоны. Мы только что в лаборатории говорили, что нужно провести опыт, посмотреть, какой будет вид с различной высоты в слепой зоне. Поэтому мы нашли вот такое опытное поле. Экспериментаторы предложили использовать обычную машину без видеокамеры для проведения теста слепой зоны. Так поиск слепой зоны будет более объективным и реальным. Они решили, что нужно искать причину возникновения слепой зоны, начиная с передней части машины, и пробовать искать пути решения. По материалам из интернета, передняя слепая зона — это слепая зона передней части машины. Это небольшое пространство находится в передней части. В авариях часто бывает заднее столкновение. Или задевают столбик, парковочный барьер. Экспериментаторы решили сначала измерить длину передней слепой зоны с помощью популярного метода из интернета. Высота 1 метр 10 сантиметров, то есть примерно 3-4 года. Сначала нужно взять манекен, поставить в экспериментальную зону, а потом довести машину до точки, где водитель может полностью видеть манекен. В этот момент машина двигается вперед. Капот постепенно закрывает ноги манекена. Значит, он заходит в слепую зону. Когда машина останавливается, измеряют расстояние между передом машины и ногами манекена. Так можно получить длину передней слепой зоны. Четыре метра 60 сантиметров. Хорошо. Данные по длине – это лишь длина слепой зоны измеряемой машины. Это только первый шаг по поиску слепой зоны. Далее экспериментаторы надеются найти пределы передней слепой зоны. Что для этого нужно? То есть слепая зона у человека в машине? Да. Смотри, это ровная земля, так? Человек здесь, верно? Когда он смотрит вперед, он наверняка смотрит так. Вперед машины мешает. Зона, которую он не может увидеть со своего места, вот эта зона и есть слепая зона. Ты нарисовал на ровной поверхности. Это можно понять. Я хочу поставить указатели для слепой зоны. Так, давай не будем говорить по схеме. Давай сядем в машину и будем экспериментировать. Кто сядет в машину? Сесть внутрь, затем надеть очки, затем установить нашу лазерную каску в это место на очках. Так будет точнее. Да. Нин Юань считает, что раз свет и поле зрения человека следуют прямой линии, свет, излучаемый любым источником, будет сходен с полем зрения. Он взял очки и приклеил к ножкам лазерную каску. Так экспериментатор в очках сможет показать поле зрения человека с помощью лазера, а человек снаружи сможет по лазерному пучку сделать указатель из капота до земли.
Когда человек в машине поворачивает голову, человек снаружи может сделать серию указателей. В конце нужно лишь соединить несколько точек, и можно будет увидеть пределы слепой зоны. Мы тут сделали что-то бесформенное. Наша форма, например, водитель здесь, дальше слепая зона близка к водителю. Да. Верно? Здесь. Да. Затем вдалеке, за водителем. Да, кажется, доходит до сюда, да. Вот так. Да, да. Затем тут уже дошло до стены, если бы не нашло на стену, думаю, было бы веерообразное. То есть красным выделена передняя слепая зона? Да. Эта зона намного больше, чем мы представляли. Вскоре мы получили переднюю слепую зону машины. Она оказалась не такой, как на картинке в интернете. Эта передняя слепая зона намного больше той, что в интернете. И у нее нет упорядоченной формы. Почему так случилось? Нин Юань хочет измерить еще раз сам. Моя отличается от твоей. И что это значит? Слепая зона отличается от твоей. Всю эту линию нужно собрать внутрь. Ты видишь? Вижу. Ты видишь эти черно-желтые полоски? Вижу. Так, дай мне очки. То есть у нас с тобой разная слепая зона? Да. То есть протянем еще твою слепую зону? Да. Так, надевай очки. Да. Затем я возьму вот эту белую ленту, проведу твою слепую зону. Угу. Да. Неожиданно слепая зона Нин Юаня оказалась меньше, чем у Ван Зин. Но удивительно то, что и у Нин Юаня в правой передней части машины появилась странная дуга. Почему у них обоих при измерении получилась разная слепая зона? Но есть вот такая дуга. Подадим назад, назад, назад. В месте, где капот у машины. Смотрим туда. Вот эта часть выглядит достаточно гладко, верно? Поэтому линия, которую мы тут видим, вот эта линия. Вот эти две линии ровные, они даже увеличились, но при повороте сюда, вот это место, а при возвращении сюда, куда попадаем? Посмотри. Примерно на место фары. Посредством наблюдений Нин Юань обнаружил, что дуга на земле образуется из-за выступа на капоте машины. Видимо, даже маленькая дуга на корпусе машины может привести к слепой зоне в разы больше. У большинства машин высота выхлопной трубы от земли где-то 20-30 сантиметров. Поэтому, если водитель остановит машину, когда он не видит выхлопную трубу передней машины, столкновения из-за слепой зоны не будет. Также за счет связи зеркала заднего вида, дверных ручек и других деталей машины с контрольными объектами передней слепой зоны можно решить проблему невидимой опасности из-за слепой зоны. Этот способ очень загадочный. Я только что затормозила по низкому краю зеркала заднего вида и линии продолжения бордюра, в месте, где они накладываются друг на друга. Ну хорошо, мы можем подытожить три момента. Первый, нужно отрегулировать сиденье до максимально комфортного положения. Второй, снизить скорость. Третий, найти контрольный объект и запомнить его. Да, затем остановиться. Да. Поэтому, когда машина начинает движение или останавливается, лучше проверить, нет ли впереди препятствия, и посигналить. Отрегулировать сиденье, чтобы уменьшить слепую зону. При низкой скорости можно наблюдать за предметами по обе стороны от передней слепой зоны, чтобы избежать аварии. Особенно нужно предупредить пешеходов. Не нужно думать, что водитель вас видит, и внезапно перебегать перед машиной, потому что во время движения в случае столкновения с предметом последствия могут быть какие угодно. Через ускоренные кадры видно, что при прямом столкновении машины на скорости 50 км в час машину перекореживает. Она берет на себя часть удара, а толстая передняя стойка и боковая часть машины берут остальную часть удара. Так водитель может избежать травмы. Поэтому с учетом безопасности передняя стойка не должна быть слишком тонкой. Но многие считают, что во время поворота передняя стойка очень сильно мешает полю зрения, так как очень трудно полностью наблюдать ситуацию снаружи. Смотри на мои ноги, сюда, на землю.
Это одно. Например, это передняя стойка, так? Это зона, которую видит мой левый глаз. Это зона. А там, где тень, черная тень, зона такая, мой правый глаз видит зону. Наслоение. Есть наслоение. Если будет чуть ближе, расстояние от глаз до передней стойки вот такое, так? В тени реально черного цвета и есть слепая зона. Нам ее и надо найти. Выключив свет, свет от фонаря направили на стену лаборатории. А когда свет направили на переднюю стойку машины, свет был перекрыт стойкой. И на стене лаборатории сформировалась большая зона тени. Видно, что площадь тени очень большая. Экспериментаторы продолжили тянуть ленту вдоль границы тени, чтобы увидеть форму слепой зоны. Чем ближе от машины слепая зона передней стойки, тем она уже и ниже. Чем дальше, тем шире. Она отличается от передней слепой зоны. Она странной формы и отличается от формы слепой зоны в интернете. Экспериментаторы намерили очень большое бесформенное объемное пространство. Эта зона очень большое объемное пространство. Да, поэтому слепая зона передней стойки очень опасна. Она намного сложнее, чем простая дуга, как написано в интернете. Кроме того, экспериментаторы заметили, что установка зеркала заднего вида в нижней части передней стойки сильно закрывает поле зрения. Даже очень высокого человека не будет видно в этой слепой зоне. Что же может закрыть эта зона в реальной обстановке? Отличается ли слепая зона при движении и в статическом положении? Да, отличается. Значит, нам надо поехать и посмотреть, какая слепая зона при езде. Да, пойдем. Сейчас мы на реальной дороге. Посмотрим, как влияет на водителя передняя стойка с обеих сторон. На реальной дороге водитель Нин Юань был осторожен. Но в маленьком переулке случилась авария. Твоя голова была здесь. Потом слепая зона передней стойки помешала. Что такое? Как будто что-то попало. Выходи. Где только что было мусорное ведро? Давай его мне. Только что мусорное ведро. Только что. Только что оно было тут. Закрой! Только что мусорное ведро. Здесь? Да, здесь. Да. Видно. Смотри, на этом месте царапина. Царапина? Царапина, царапала. Оно все время царапалось. Да, ты не веришь. Если бы я был одной высоты с ведром, я бы посмотрел внутрь, я бы не увидел водителя. То есть водитель точно бы меня не увидел. Поэтому из-за слепой зоны передней стойки, когда машина двигается медленно, можно задеть разные предметы. Да, да, да. Однако среди таких аварий есть один вид аварий, который вызывает у людей непонимание. Когда грузовик поворачивает или перестраивается, его передняя часть уже явно ушла от другой машины, но хвост грузовика по-прежнему сталкивается с машиной или пешеходом. Неужели в больших машинах кроется невидимая опасность? Ладно, давай найдем грузовик. Да, вот я нашла 9 метров длиной. Это большая машина, слепая зона точно большая. Да, это как раз очень подходит. Машина без переда. Точно. Поле зрения намного шире, верно? Так, давай найдем, где у этого грузовика слепая зона. Экспериментаторы обнаружили, что в грузовике из-за высокого корпуса поле зрения открыто. Угол наклона передней стойки маленький, зеркало заднего вида большое. К тому же, кроме двух зеркал заднего вида, над ветровым стеклом и под зеркалом заднего вида есть еще два маленьких зеркала. По рассказу водителя, верхнее зеркало нужно для наблюдения передней зоны. А зеркало под зеркалом заднего вида – это выпуклая широкоугольная линза, чтобы во время поворота можно было наблюдать ситуацию между передними и задними колесами. Потому что там скрывается невидимая зона, которая называется слепой зоной внутреннего колеса. Но что это за зона? Какой вред она может принести пешеходам? Экспериментаторы хотят провести опыт, чтобы понаблюдать состояние грузовика и внешних предметов при повороте. Вот так. Ты следуешь за левым передним колесом. А я буду следовать за левым задним колесом. Если есть следы, то мы будем отмечать мелом. Потом тут же будем просить людей встать. Хорошо? Ладно, ладно.
В этот раз экспериментаторы наконец нарисовали слепую зону внутреннего колеса этого грузовика. Поехали! Расстояние между колесами этого грузовика действительно очень большое. Более 10 человек, включая экспериментаторов, смогли спокойно передвигаться в этой зоне. Еще и хватило бы места для в два раза большего количества людей. Даже несколько мотоциклов или мини-машина поместилась бы. Можно себе представить, если в слепую зону грузовика при повороте попадет подвижный предмет меньшего размера, даже если передняя часть грузовика отъехала, его хвостовая часть по-прежнему столкнется с предметом. Поэтому эта слепая зона больше всего касается машин и пешеходов, следующих сзади. Если следить только за передней частью и не думать о задней, случится опасность. Красная лента у меня под ногами, линия левого переднего колеса машины. Черно-желтая полоса под моими ногами, линия левого заднего колеса. Я сначала поворачиваю. Потом я поворачиваю. Что случилось? Мы внезапно поворачиваем не в одном месте. Левые передние колеса едут по внешней стороне, а левые задние колеса едут по внутренней стороне. Потом между нами расстояние все больше и больше, потом двигаемся вперед, потом поворот и повернули. Поэтому мы обнаружили, что в процессе поворота образуется... Что-то похожее на полумесяц между левым передним колесом и левым задним. К тому же мы только что попросили людей пройти внутри слепой зоны. Например, это перекресток со светофором, и грузовик разворачивается. Я левое переднее колесо грузовика. Да, в этот момент... Моя передняя часть уже повернула до сюда, но мое левое заднее колесо еще там, еще далеко. Дальше, если идет прохожий, например, мотоцикл, он останавливается здесь. Ему неудобно двигаться вперед, назад, он думает, что переднее колесо в безопасной зоне. Стоит подъехать к заднему колесу, пешеход оказывается под машиной. И пешехода задавили, очень и очень опасно. Да. Но я заметила, после всего, что мы сказали, слепая зона как будто не для водителя машины. Да. А для пешеходов, да. Поэтому невидимая слепая зона очень опасна. Когда машина делает ход назад, случаются страшные трагедии. При обгоне часто не видят машину сзади и перестраиваются, что тоже очень опасно. Многие водители после аварии говорят, что посмотрели в зеркало заднего вида, когда ехали назад. И даже при радаре заднего хода и камере авария все же случилась. Какая же слепая зона кроется в задней части машины? Проще говоря, задняя слепая зона – это слепая зона прямо сзади машины и задние боковые зоны за пределами зеркала заднего вида. Авария при перестроении или во время заднего хода, как правило, случается из-за того, что поле зрения водителя ограничено зеркалом заднего вида и боковых зеркал, и он не может полностью увидеть, что происходит сзади. Самое распространенное – это когда машины задевают друг друга во время перестроения или во время заднего хода машина задевает человека или другую машину. Экспериментаторы сели в машину и обнаружили, что водителю трудно за счет своих движений или поворотов наблюдать ситуацию снаружи. Единственное, чем можно пользоваться, это центральное зеркало заднего вида и боковые зеркала. Ситуацию сзади можно увидеть только за счет отражения. Чтобы увидеть заднюю слепую зону, нужно смотреть в три этих зеркала. Когда машина двигается назад, как изменяется слепая зона? Мы измеряем только область, но мы не знаем расстояние. Да. Поэтому я нашел два предмета. Конус 50 сантиметров. И манекен ростом 1 м 10 см. Так, ты сейчас садишься в машину, подаешь назад, посмотришь, когда они исчезнут из твоего поля зрения. Хорошо. Когда будет видно, а когда не будет видно. Пойдем. Сначала экспериментаторы проводят эксперимент заднего хода с помощью центрального зеркала заднего вида. Они выбрали манекен ростом 1 м 10 см и 50-сантиметровый конус в качестве контрольных объектов. Когда Нин Юань увидит оба объекта через зеркало, он начнет двигаться назад. Затем они сделают замер, когда он перестанет видеть конус и манекен. Нин Юань, езжай назад, когда не сможешь увидеть конус, останавливайся. Хорошо, вот в этом месте. Конус сейчас полностью исчез из твоего поля зрения, да? Давай я измерю.
На расстоянии 15 метров от контрольного объекта 50-сантиметровый конус полностью исчез в слепой зоне. На расстоянии 2 метров 80 сантиметров манекен тоже исчез из зеркала заднего вида. Это значит, что если ребенок ростом 1 метр стоит в 3 метрах от машины, водителю трудно его заметить. Если ему покажется, что за машиной никого нет, и он поедет назад, то опасности точно не избежать. Дальше экспериментаторы на машине прибыли в город. Они хотят посмотреть, когда машина идет на обгон, какие будут изменения в боковых зеркалах. Сейчас у нас 3 машины, 3 полосы. Мы едем в шахматном порядке. Я еду посередине. Сейчас 2 машины сзади будут меня обгонять. Через зеркало видно, что Ван Цзин едет посередине. Задняя машина примерно в 5 метрах. Когда машина сзади ускоряется и расстояние сокращается, Ван Цзин уже не видит машину через зеркало заднего вида. И это значит, что машина вошла в слепую зону. Когда машина оказалась за окном у водителя, тогда она снова появилась в поле зрения. Машина слева вошла в слепую зону. Я ее больше не вижу. Она, кажется, хочет обогнать меня, но она уже в слепой зоне. В слепой зоне, осторожно! У меня справа еще одна машина, я не вижу. Я только вижу, как слева машина идет на обгон. Это значит, что когда машина сзади идет на обгон, всегда будет момент, когда она будет находиться в слепой зоне для машины спереди. Если машина спереди едет медленно, машина сзади на скоростной полосе быстро идет на обгон. Это мгновение очень короткое, но при обгоне на медленной полосе машина сзади не только исчезнет из поля зрения. Даже если перед машиной и сравняется с передним сиденьем, водитель также из-за средней стойки не увидит машину справа. Опасность возрастает. Конечно, обгон по медленной полосе считается нарушением, поэтому это запрещено. Заднюю слепую зону видно только через зеркало заднего вида и боковые зеркала, да? Да, если просто крутить головой, точно не увидишь. Совсем не видно. Поэтому, я думаю, задняя слепая зона отличается от предыдущих. Раньше мы смотрели вперед. Искали слепую зону. Мы ищем слепую зону. Заднюю мы высматриваем через зеркало заднего вида. Поэтому нужно вычитать. То есть искать место, которое видно, так? Да, нарисуем ее в виде пунктирной линии. Экспериментаторы снова использовали свет для моделирования поля зрения. После регулировки зеркала до оптимального угла свет показал на ткани за машиной 3 овала. Они обнаружили, что предметы либо ниже заднего стекла, либо уже корпуса машины будут закрыты. Ну как? Вот здесь, мне кажется, очень было явно. Да, да. Только что ты не видела, отсюда до сюда был свет. Я тут зажег прессованный табак, и во всей этой зоне был явный столб света. Под этим столбом все полностью черное. То есть в этой области все черное, ничего не видно. Сейчас мы только сделали центральное зеркало, а боковые не сделали. Зеркало заднего вида? Да. Тогда мы две зоны зеркала заднего вида, видимые зоны... Угол подходящий для вождения, подходящий для тебя. Хорошо, давай попробуем. Хорошо. Ван Цзин. Да. Ты уверена, что отрегулировала сиденье? Да. Хорошо, потерпи, я отмечу эту зону. Хорошо, очень четко, очень четко. После сравнения манекена ростом 1 метр 10 сантиметров, в этой зоне было обнаружено, что все, что ниже заднего стекла и ниже ширины корпуса, а также предметы в пределах 3 метров, находится в опасности попадания под машину. По рассказу инженера, несмотря на наличие задней слепой зоны, назад можно ехать посредством радара и камеры. Если нет этого оборудования, единственный способ – помощь постороннего человека. Если помочь некому, остается только выйти из машины и проверить обстановку. Также можно посигналить, а потом ехать назад. Что касается слепой зоны сзади по обе стороны, экспериментаторы заметили, что красная линия идет по корпусу машины назад. То есть зона за красной линией и есть слепая зона. Действительно ли это так?
Действительно, когда экспериментаторы сели в машину, они обнаружили, что хотя видимая зона в зеркале заднего вида ограничена, водитель может вращать головой и видеть какую-то часть. То есть зона за пределами видимой и есть настоящая задняя слепая зона. Мы четко видим, что видимая зона через зеркало заднего вида очень близка от видимой зоны водителя. Но когда эта часть выходит назад, обе зоны разделяются. То есть треугольная зона за пределами точки пересечения и есть слепая зона, которую все время искали экспериментаторы. Из этого следует объяснение, почему при обгоне машина на мгновение исчезает. Потому что она как раз попала в треугольную зону. С развитием технологий в настоящее время вспомогательная система перестроения во многих машинах может предупреждать о слепых зонах. Касательно заднего хода, радар или видео и даже система кругового обзора 360 градусов могут гарантировать безопасность. Но наши экспериментаторы все же считают, что даже если машина полностью вооружена, все равно есть невидимая опасность. Давайте проведем эксперимент. Давай проведем эксперимент. Будем опускать подъемную дверь на разную высоту. Потом ты задом заедешь в гараж, посмотрим, заденешь ты дверь или нет. Хорошо. Попробуем. По видео четко видно, что Ван Дин опустила дверь до этой высоты. Я только что доехал до этого места, и машина засигналила. Не дает мне ехать назад. Не дает тебе ехать назад? Да. То есть она обнаружила, что сзади есть дверь? Да. Но ты только что через камеру видел эту дверь. Я видел не только. Видел нижний край, но и верхнюю часть тоже. Верхнюю часть? Да, поэтому мне кажется, что камера заднего вида для этой высоты подъемной двери более чем достаточно. Тогда я еще подниму дверь, ладно? Ладно. Хорошо, сейчас дверь как раз на расстоянии моей полглавы. Но я не сказала Нин Юаню, что если он поедет назад, точно врежется. Вперед! Отойди! Ты чего? Отойди! Ты чего? Выходи и сам посмотри! Осторожно! 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 Вперед! Сначала проезжай вперед! Не двигайся! Подожди, подожди! Не буду двигаться, не буду. Что случилось? Иди смотри. Я только что всего лишь подняла дверь на высоту твоей машины. Ты не видел ее? Не видел. Через зеркало заднего вида, камеру. Ничего не видел. Это тоже не видел. И это не видел. Все вот это получается, это высота, мертвый угол. На самом деле, экспериментаторы провели этот опыт, чтобы показать, что не стоит слишком сильно зависеть от технологии и не верить своим глазам. Слепая зона в разной обстановке, в разное время, при разной погоде и у людей с разной степенью ответственности приводит к разным последствиям. Стоит только всегда помнить, что существует слепая зона, и можно избежать опасности. Мне кажется, после нескольких дней опытов мы нашли больше визуальных слепых зон. Мне кажется, что у каждого человека есть две слепые зоны – визуальная слепая зона и психологическая. Да. Да, поняв визуальные слепые зоны, надо стараться снижать психологические слепые зоны и повышать чувство ответственности. Во время вождения нужно внимательнее следить за обстановкой, чтобы снизить опасность до минимума. Пойдем.